Обидненько, конечно. Ладно, зона свалочки. Со старта просто красавца. Там тропка еще была. О, рабочая. Ля-ля, прибежала группа поддержки. Ты посмотри. Хорошо. Ну чё? Давай его сюда. Там трапку мы заберем. Палечку сломаем. А, он тоже трап сломал, пошел. Ля, моментально засейвили. Вы что вы творите? О, еще один. Как же они ее сейвят, ты посмотри, а? Как же они стараются ее сейвить? Причем очень странно, почему он в нее и шприц, и септик воткнул. Есть у него орешек? Не думаю. Так. Сюда. У нас еще билд на лейт. Мы вообще в этом плане особо не паримся. Просто потихонечку вешаем. Ну, те, кто меня смотрит давно, знают про билд на лейт. Поэтому особо ничего нового. Все раздизармили, да? Засранец. Знаешь?
Там чинят, пусть снимают. Мне не жалко. Угу. Просто в очередной раз показываю, что траппер не обязательно вообще какие-то перки. То есть траппер без перков силен. У меня всего лишь ускорение, ускорение этого на трапы. И все. Он и без перков, смотрите, какую грязь вытворяет. Неадекватно же. Он просто вдаль побежит. Минус, чувак. Окей. Здравствуйте, Сэм. Да-да, на Твиче. Да-да. В трапу. Да ладно. Ну тут гении какие-то играют. Тут извините. Тут я бессилен. Заблочим вам здесь проход. Так. У нас не работает. Хорошо. Сюда. Так. Ну, легчайшее, ну. Ну не нужны трапперы перки, ну не нужны. Чувак. Полежи, мы за следующим. Хорошо. Он добежал до трапа и остановился, понимаете? Эти фейки, конечно. Жестко, жестко. Ну, перки не нужны. Ну это все. Понимаете, перки это лишь иллюзия вашего воображения. Можно и без них играть спокойно. Ай, блин. Бегать?
Ну, люка я не слышу. Еге. У Фенги был стычок. Она, видимо, может, уже вставала. А, подожди, друга, тут две Фенги. О, как. Ну смотри, прививка, орешек, адреналин.